Будем готовить огурцы вот по этой брошюрке 61-го года. Она у меня старенькая уже, но рецепты проверенные. И мы сегодня будем делать огурцы по-волгоградски. Огурцов для этого рецепта нам нужно ровно 2 килограмма. Берем огурцы, попки мы срезаем, они нам не нужны. И нарезаем, я думаю, у каждого есть такая вот нарезочка. И нарезаем такими кружочками. Произвольно, не обязательно сантиметры здесь указывать. Вот такие кружочки. Они вот такие фигурные получаются, красивенькие. Можно и порезать вот так вдоль. Тоже будет красиво смотреться. Вот так вот ребристыми. Ну, кому как нравится. И все эти огурчики мы складываем в большую миску. Заканчивая нарезать огурчики, я скажу так. Это рецепт проверенный. В прошлом году я такие огурчики делала с морковкой. У меня есть рецепт, вы можете посмотреть. Вот, очень вкусное. У нас они первыми уходят с подвала с нашего. Сколько я не делала баночек, они все ушли. Особенно, когда приезжают дети, внуки, они достают. И внукам нравится такая вот нарезочка огурчика в банках. Красиво смотрится и вкусная, очень даже вкусная. Нарезали огурцы. Здесь мало у нас чашка, поэтому я перекладываю всю в большую кастрюлю, чтобы лучше было перемешивать. Берем 0,5 стакана воды, 0,5 стакана сахара, 2 столовые ложки соли с горочкой, с небольшой. Все это растворяем. Добавляем 0,5 стакана оливкового масла. Ну, может кто и не рафинированное. И размешиваем. Добавляем 0,5 черного перца, 0,5 чайной ложки красного. Будет остренько, очень даже вкусно. Столько же паприки красной, тмин цельный, ложку протертого чеснока, свежий укроп, вот такой вот зернышки, буквально вот две веточки, больше оно не надо. Все перемешиваем. Перемешали, добавляем 1 столовую ложку уксуса 70%. Заливаем наши огурцы этим рассолом. Они вместе, когда дадут сок, этот сахар, который не растворился, он там растворится в собственном соке самого огурца. Перемешиваем наши огурцы снизу вверх лопаточкой и оставляем ровно 1 час, но постоянно перемешиваем наши огурцы. Вот таким образом, чтобы они дали сок. Прошло полчаса, мы перемешиваем. Смотрите, сколько там уже жидкости от огурчиков. Когда я смотрела этот рецепт первый раз, меня засмущала паприка. А потом я прочитала в интернете, для чего именно добавляют в огурцы паприку. А оказывается, паприка способствует, чтобы не взрывались банки. Вот такой секретик я вам открыла. Вот достаточно, наверное, даже полчаса. Вот видите, сколько здесь этого рассола. Можно раскладывать по банкам и не ждать даже часа. Запах изумительный. И горошка присутствует. И укропчик. Очень вкусно. Я баночки уплотняю. Утрамбовываю, даже можно сказать. Огурчики утрамбовываю, чтобы наполнялись полностью хорошо баночка. Вот так вот. Разлили баночки мы. Смотрите, у меня еще на дне осталось немножко этого сока. Накрываем крышками. Получилось у меня 2 баночки по 600 грамм и 2 баночки по 0,5 литра. Накрываем крышками. В кастрюлю постелила я салфеточку и ставлю наши банки для стерилизации. С
стерилизуем мы свои банки от закипания ровно 15 минут. Наши огурчики готовы, и мы их закатываем. Проверяем. Все хорошо. Все, наши баночки готовы, закрыты. Не давайте перевариваться. Ровно 15 минут от закипания. Мы их не накрываем. Оставляем вот так до остывания. Спасибо всем за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Давайте замечания, я все принимаю.